гражданин не имеет права давать по закону паспорт. Представьте, судье для того, чтобы установить вашу личность. То есть мы сейчас автоматически нарушили закон. Я вам еще раз говорю, мне необходимо установить вашу личность. Скажите, а почему судебное заседание находится без средств индивидуальной защиты искателей? Ну, я просил помощника предоставить документально, на основании чего я должен находиться с средствами защиты. Заседание сейчас объявляется перерыв. Помощник, докладывайте, что основание к перерыву отпали. А почему бездействуем-то? Перерыв что, до вечера будет или как? Успокойтесь, пожалуйста. Я посчитаю нужным выйти. А, даже так? Он объявил перерыв. То есть он так вот предвзято относится вальяжно к гражданам своим, которым он служит, да? Посчитает нужным, выйдет вот так вот, да? То есть граждан, на которых... Можно помолчать? А у нас вообще-то свобода слова. Вы где находитесь-то? В здании суда. В коридоре каком-то, что ли? Что? В судебном заседании находитесь? Практически. Судебного заседания нет, сейчас перерыв идет. Вы юридические тонкости-то знаете? Здание-то вам не принадлежит. Вы не можете тут командовать. Оно принадлежит народу. Или нет, основания отпали к перерыву или нет? Если вы не докладываете. Идите доложите судье. Я знаю, что я буду делать. Вам не командовать. Ну вы же мной командуете, почему я не могу? Я вам не командую. Я вам... Вы мне говорите, закройте рот, там, потише или как. Я такого не говорил, не надо перебирать слова мои. Ну помолчите, вы сказали. Это то же самое. Все, закройте рот. Судебное заседание настанет, будете высказывать свою точку зрения. Ну вот видите, вы же согласны, что судебное заседание не идет сейчас. А только что минуту назад говорили, что судебное заседание... Вы доверяете рассмотреть дело? Нет. Не доверяете? Нет, я вас первый раз вижу, во-первых. Во-вторых, судья при открытии судебного заседания грубо нарушил федеральный закон о паспорте и практически вынудил меня его нарушить, потребовав передать паспорт в руки третьему лицу, что запрещено категорически федеральным законом о паспорте. Во-вторых, перед началом судебного заседания права, предусмотренные КОАП РФ, разъяснены не были. Заявляю отвод судье Григорьеву. Все у вас? Если будут еще основания, потом еще скажу. Сейчас пока все. Вы судье отказать, что происходит? Понятно вам ваше? Нет. Непонятно вам ваше право? Нет. В каком объеме они вам непонятны? Суд вот ограничил меня в свободе дыхания, потребовав надеть маску. Как я могу документально ознакомиться? У меня заявление об отводе судье по новым основаниям. В подготовительной части, как указывает суд, он потребовал надеть на меня средства индивидуальной защиты, чем ограничил мои права, в частности, право на вдыхание свежего воздуха. При этом я потребовал документально ознакомиться нормативными актами, которые обязывали бы меня делать то, что потребовал от меня суд. Однако суд отказал документально ознакомлениями, чем нарушил грубейшим образом статью 24 Конституции России. Сейчас же Россия называется, или Российская Федерация канула в лету, я так понимаю. Поэтому изначально судебное заседание суд нарушает Конституцию, нарушает права гражданина и человека. Соответственно, суду я доверять не могу. Никаком правосудии речи быть не может в данном процессе с этим судьей. На основании того, что суд нарушил Конституцию, заявляю отвод.